Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магика Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах и статьи в интернете. И интернет, YouTube-канал, Telegram-канал. Сегодня у меня гадание по неделям. Неделя 10-16 июня по знакам зодиака. Что влияет, как влияют астрологические именно аспекты на жизнь каждого из знаков. Помним, что утром у нас будет солнце. Таким образом, луна. И заходит солнце, мы все идем спать. Это самое такое четкое, понятное на всех влияние. Также дифференцированно мы смотрим на разных знаках, как влияет на ваше внутреннее состояние, внешние события, что-то может проходить через все знаки. Такая бывает именно астрологические. Что есть другие родовые программы, работа над собой, над как по анимагии, там какие-то ритуалы. Сегодня только это. Наши ритмы. Дева. Дева сражается. Дева сражается за себя. Она знает, как себя за себя постоять, кому что сказать. В общем, вы интересуете многих, и вот вы так с ними разделываетесь. Ух ты! Круто! Перемены по денежным делам, по работе, у кого что там, кто-то духовным развитием занимается, кто-то занимается работая, кто-то не работает ничем. У вас шанс жизни изменить лучшую сторону, он быстро приходящий. Помним, что колесо фортуны — краткосрочная карта. Это может так, подарок судьбы, да? Ну, хватайте его. 5-9 жезлов, 5 жезлов. Тут же вы активно решаете вопросы. Так Дева на этой неделе решала по всем органам, по государственным, по всем каким-то, борется, да, пишет какие-то петиции. Это вот очень типично для Девы. Вы решаете все эти вопросы. Состояние здоровья приподнято, где-то может быть бесшабашное к своему здоровью. Девы бывают такие легкомысленные мысли. Однако это еще карта для тех, кто хочет похудеть. Вот ваша неделя облегчения, много движения, много легкости, что ли, такой вот. И моральное состояние такое. Ух ты, интересная неделя у тебя, очень крутая неделя. Смотрите, так, не характерны для девы состояние жезлов, вот эти вот, где на вас находятся разного рода идеи, да, наплывом в личной жизни мах, новый отчет. Для женщин это интересный мужчина, новый, вот, кстати, верховный, колесо фортуны и мах, то есть они могут иметь какое-то продолжение, новые идеи, новый благоприятный союз. Как будто вы будете с этим человеком что-то творить, не обязательно прям работать. Это может быть новая идея, творчество и так далее. И под конец недели. А то, что любит дева впадать, все-таки она надуманные печали. На самом деле они внутри дев бродят. С внешней стороны проблем серьезных нет. Надо попечалиться после радости. Дева любит поискать, половить какие-то мелкие неприятности. Весы. Принцесса Жезл. Жезловая карта какая-то. Очень много через все знаки проходит. Легкомыслие, быстрое движение, активность, флирт, творческие идеи. Само по себе неплохо. Шестерка жезлов, тормоз по работе. То, что вы собирались сделать, либо не успеваете, либо не можете преодолеть какое-то препятствие, вам вставляют палки. То есть быстро не получится, как вы хотели. Однако, Верховная Жрица в социальном круге. Верховная Жрица, храните свои тайны как можно сильнее, да, держите рот на замке. И еще эта карта указывает на поход, познание тайны, сходить астрологу, нумерологу, кому вы там, второгу. Благоприятная неделя. Узнать, познать что-то важное для вас. Чьи-то тайны, ну, скрывая свои, естественно. Тройка пентаклей. Хорошая карта для здоровья, равномерная, спокойное отношение здоровья.
если даже вы больны, проходите лечение, оно правильно назначено, вам помогает, вы разумно распоряжаетесь резервами своего организма. Так, семерка жезлов, личная жизнь. Личная жизнь такая немножко напряженная, вы что-то доказываете друг другу, между вами идет перепалка, беседы, тревоги, но вы отстаиваете себя. Не эротическая карта, скорее карта разговорная. Ага, зато прям контрастная неделя для всех знаков. В одном месте густо, в другом пусто. Туз Пентакли, крупная сумма денег. Кстати, такое же было у близнецов знака воздуха. Вот. Прибыль, переезд, вступление во владение недвижимостью. Крупная сумма денег под до выигрыша. Смотрим скорпионы. Скорпионы предались воспоминаниям каким-то, также отдалились от какого-то круга, куда-то отъехали, уехали, покинули свое обычное место. То есть вот так вот немножко за кем-то скучают. Ну, такая. Ух ты, верховный жрец. Пошел верховный жрец. Пада, так, у вас очень важное решение примите, благодаря разумному совету, знакомству верховного жреца, который принесет вам деньги. Хорошая карта для того, чтобы заключать разного рода договора, принимать решения, собеседовать. Так, верховный жрец, колесо фортуны, социум. Несет бывших, несет. Это может быть вы встретите одноклассника или того, с кем вы работали, какие-то люди повсплывают. Ну, те колесо фортуны, в общем-то, люди не изменились и никаких изменений в вашу жизнь не несут. То есть это где-то проматывание, простаивание на месте, побег на месте. Так, по состоянию здоровья ни туда, ни сюда можете ощущать какой-то разлад здоровья, но он не идет ни ухудшение, но не улучшается. С чем связано? В том, что вы не можете решить, что с вами диагностировать трудновато, то есть нерешенный вопрос. Также не спешите принимать решения о каких-то срочных операциях, вмешательствах, так как суд это карта. Не быстро порассуждайте еще, да, на эту тему. Не торопитесь. По личной жизни. Кто-то начнет двигаться, тот, кто никак себя не проявлял, для одиноких скорпионов, или ситуация, которая замерла, начнет более так проактивно проявляться. Для тех, кто уже в браке, в отношениях, у вас какие-то, то, что вы откладывали, куда-то поехать, как-то развлечься, провести время, вот ваше время наступило, и повешенный, перевернутый, избавляетесь от нависших над вами людей. Это не обязательно лично, это может указывать также на социум от каких-то друзей ненужных, вот тех, от которых вы, может, сознательно отдалились. Родственники, вы с ними уже не связаны, вы не чувствуете себя обязанными. Вот это еще такая связка, которая означает, что вы как будто виноватыми себя чувствовали. Скорпионы, да. Стрельцы. Императрица перевернута. Так, кто-то над вами давлеет, женщина, хозяйка, директор, женщина, бизнесмен. Это может быть вы. И тоже вас это отнимает кучу энергии, но вы не тянете это. Все равно эти усилия не отдают, не дают вам то, что вы хотите. Ну, так. Ух ты, пошли очень много старших арканов. Какая-то важная судьбоносная неделя. Накопились небесные тела прямо вблизи. По работе. Дьявол. Это всегда карта бизнеса, это всегда карта заработка. Перевернуто говорит о том, что доведите наконец до конца свою задумку. Где-то перейти надо какие-то границы, выйти за границы каких-то правильных норм, правил. В целом, дьявол сюда про деньги. Про деньги, про выгоды. Король мечей. Опасный человек, который пытается проникнуть через ваши границы. Взломать у вас какую-то информацию. Если у вас какой-то юрист, программист, опасайтесь его. Этот человек очень себе на уме.
Состояние здоровья суд. Вы переживаете медленные какое-то изменения, но вы к ним готовы, заранее подготовились. Также карта подготовки к какому-то, может быть, планируемой операции или там вмешательства. В общем-то, все спокойно, все размеренно. Карта личной жизни. Что-то вы думаете о деньгах. О деньгах, о том, что вам надо работать. И вообще, зачем вам эти отношения? Они вас только обременяют. Если это же семейные отношения, то тут как-то нет места романтики. Скорее вот работа, быт и все вот так вот по кругу как-то так. И всадник кубков. О, женщинам приключения. Молодой любовник ни о чем. Такой веселье, как говорится. Веселимся. Вот так вот встреча, знакомство. Мужчинам это время провождения в кругу друзей. Такое плодоносное, да, веселье, вот копи землю, валяйся, как говорится, поговорили, поддержали друг друга морально. Козероги, пиратов, так, козерог, козероги, козероги, твердый, серьезный, важный тиран такой с деспотическими наклонностями, очень, очень характерно. Относится к, если вы мужчина, козерог вас полезет, это да, всех построить, всем рассказать, как надо жить и работать. Такая вот прям влияние жесткача такого пошло по работе. Стабильная, размеренная работа, с доходы. Даже если вы не учитесь и не работаете, вы знаете, на что вы рассчитываете, вы твердо стоите на этой сумме. Вот, все по плану идет. Встреча с какими-то друзьями, с которыми вы недавно не могли встретиться, родственника, приятная, радостная, поддерживающая. То есть даже вы почерпнете позитивную энергию, которой не ожидали даже, да, что вот они такие позитивные. Состояние здоровья хорошее, можно сказать, что вы чувствуете, как будто вы возвращаетесь в молодость. Одна из карт, где можно принимать разного рода процедуры просто для омоложения, для здоровья, для возврата чего-то позитивного настроения и так далее. Все это карта Козерога очень ровно. О, дьявола пошли. Очень многим дьявола выпали на этой неделе. Мистическое. В любви какое-то очарование вас может потянуть к человеку, которого вы уже давно забили. Это проявление приворота, рассоры, какие-то непонятные влияния, ощущения, сны. Что-то вот такое вот в личной жизни происходит у вас. Конец недели. О, все понятно. Только две карты возврата. По козерогам идут возвраты. А тот, кто кого вы давно забыли или как бы забыли. Это также ваше такое движение. То есть вы сами тоже об этом человеке думаете. И этот человек появится. Козерогам приготовиться. Так, появится, но опять же ничего не решите. Только будете пытаться друг друга мутить. Дальше наши водолеи. Вестники жезлов. В легкости пребывают, в разных новых идеях. В творческом порыве, в приключениях. По работе вот такая вот обыденность, где вы активно боретесь на всех, это по всем фронтам работаете, и там успеваете, и там успеваете. В общем, о, тут уже рабочая неделя, деньги, заработки, договоренности, союзы с людьми благоприятные для вашего заработка, для решения разного рода вопросов. Государственные органы, суды, договора заключаться будут. То есть все это будет успешным. Всадник кубков перевернут. У вас какая-то перепады давления, перепады настроения. Может так подтормаживать ваше пищеварение. Как-то вот все это чисто эмоции, так сама по себе карта для здоровья ничем не угрожает. Так, состояние в личной жизни, все приелось, скука, нет настроения, вот что-то нет радости в жизни. Вот, хотелось бы, да, то есть все такое делаю. Ай-яй-яй, что-то у многих знаков под конец недели выпадают карты резкого падения, возможно, какие-то там
небесные тела или солнечная активность негативная. Прям что-то такое случается. Резкое падение энергии. Причем ничем не подтверждено. Это может прийти из ниоткуда, как карта предупреждения. А с вами была Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Обращайтесь, пишите. До свидания.